Привет, меня зовут Даша, я из города Москва. Я с удовольствием принимаю участие в международных конкурсах. Также мне очень нравится рисовать в студии «Арт Веранда Дети». Я вдохновилась картиной «Женщина дождя». На ней изображена современница автора, для которой эта девушка олицетворяла женщину дождя. На моей картине изображен момент. Мы живем на больших скоростях, и, идя по улице Питера, можно встретить девушку во время дождя. Девушку-подростка, которая будет вам напоминать женщину дождя. Мост над головой девушки напоминает нам шляпу на голове у женщины. И можно даже представить, что мы сидим в кафе или в машине, и капли стекают по стеклу. Мне очень понравился этот конкурс тем, что он интересен своей задумкой. И во время написания картины можно выразить свое понимание этой картины. Большое спасибо за приглашение. Я буду очень рада, если попаду к вам на форум.